У Беларусі продовжается добрачынная акция «Ад усёй души», обвешчаная президентом краины Александром Лукашенком под занавес 2022 года. Марафон набывает все большие померы, дякуючи чому увагой клопотам удается огарнуть еще больше пожилых людей во всех регионах. До поважанных громадян едут в гости не только представники своего района, але и со столицы. Ольга Борисевич расскажет. Черговая кропка припинку добрачинной акции «До сей души» – Лицкий районный территориальный центр социального обслуживания насельництва. На встречу с представниками золотого узросту завитал наместник министра сельской господарки и харчевания Владимир Гракун. Разными послугами этой установы користаются свыше 2000 жихаров региона. Тут они развиваются творче, подтримливают физическую форму и, что важно для тех, кому 60+, могут иметь активные контакты и сносины с ровесниками. Это место, где можно встретиться, заняться тем, что тебе хочется, пообщаться, развить и продолжить развивать свою память, мышление, что для пожилых людей, вы знаете, очень важно. Поддержать свою немножко и физическую форму, потому что для этого есть все возможные условия созданы. Владимир Гракун ознайомился с деятельностью двух отделений у центра – дённого знаходжения для инвалидов и социальной адаптации и реабилитации с клубом «Активное долголетие». Яны объединяют больше за 200 человек. У каждого за плечами богатый житёвый опыт. А вот дякуючи активности, позитивности и готовности делиться ведами, знаходящиеся на заслуженном отпочинку, яны реализовывают себе у самых разных напрамках. Як это у них отрымливается, личане продемонстрировали гостю со столицы. Те люди, которые закладывали фундамент благосостояния нашего государства, они должны быть не забыты. Сегодня вот я встретился уже с ветеранами Лицкого района, которые продолжают работать. Они и сегодня живут жизнью республики и готовы отдавать то, что могут. Акция «До сей души» щедрая на подарунки. Таким одноместника министра и мясовой улады для Лицкого районного территориального центра социального обслуживания насельництва стал сертификат на 3000 рублей. Сродки пойдут на развитие установы. Приятно, что не забывают нас. Нас как бы в возрасте пенсионеров организовывают нам, что-то дают, что-то выделяют, какие-то там деньги, правда же? Ну, не знаю, как можно. Может, не нравится. Мне все нравится. За час проведения акции «До сей души» у Лидии районе уже отбылось несколько десятков теплых встреч с пожилыми людьми. Напереди еще не одна такая. Подчас кожной будет подкреслена важность старейшего поколения для громадства, его опыту и активной житевой позиции. Миновито за это и кажут сучасники пожилым людям дякуй, а «До сей души».